La République n'est pas donnée, jamais acquise, et je le dis ici aussi pour nos jeunes. C'est une conquête, et elle est toujours à protéger ou à reconquérir. Nursultan Abishevich Nazarbayev является основателем Республики Казахстан, и именно в этом качестве останется в отечественной и мировой летописи. La liberté d'abord. Liberté, liberté chérie, entonne la Marseillaise. Être français, c'est d'abord aimer passionnément la liberté. И здесь Россия, на мой взгляд, должна играть ведущую роль, потому что исторически Центральная Азия являлась частью Российской империи. Вполне естественно, присутствие, долговременное присутствие Российской Федерации, будь это политика или экономика, в этом регионе. Être français. C'est être toujours du côté des combattants de la liberté. Et plus encore, quand les renoncements prospèrent, quand la censure progresse. Применять спецсредства. Применять. L'égalité. Être français, c'est reconnaître en chaque femme, en chaque homme, une même dignité. Être français, c'est aimer la justice. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Боевики не сложили оружие. Кто не сдастся, будет уничтожен. С уверенностью говорю о прямом участии террористов. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Être français, c'est voir en son compatriote plus qu'un semblable, un des siens.